эксцентриссимо. 1 километр ремонта дороги обходится нашему бюджету в 1 миллион рублей. Сколько будет стоить строительство нового, даже лучше и не думать. И все равно мы будем недовольны качеством, а через год или даже раньше найдем там выбоины и провалы. И будем мечтать, чтобы было у нас ровно и ровно надолго, как в Германии или Швейцарии, благополучных и щедрых. А между тем не на Западе, а в нашей же стране лежат самые дорогие километры. Не факт, правда, что ровнейшие. Их всего 48. Греются между Адлером и Красной Поляной. Каждый стоит 140 миллионов. И не рублей. Почти 1500 долларов за сантиметр. Там, конечно, есть интересные инженерные решения. Трасса автомобильно-железнодорожная, многоуровневая, с тоннелями и эстакадами. Западным странам с их всего лишь 40-миллионными километрами долго придется подбираться к нашему рекорду. Закатывать в дороге трюфели, черную икру или драгоценности. Но они почему-то вкладываются в разработку летающих автомобилей. Эксцентриссимо.